Давайте смотреть, что у нас тут. Тюрьма, тюрьму прошли. Так вы используете коллектор для перевозки? Да, его построили для отведения вод подземного источника. И тоннели весьма просторны. Мы его задействовали, и это было удачное решение. Но мы им не воспользуемся? Не сегодня. Уровень воды меняется, и когда источник иссякает, в сырых тоннелях вырастают грибы, которые отравляют воздух. Разумеется, у меня есть противоядие, но сегодня оно нам не понадобится. Пойдем, нам сюда. Мы почти пришли. Почти пришли. Не поддается. А можно еще одну карту рисовать? Вообще мне нравится карту рисовать. Как-то хоть как-то интерес к игре добавляет. Рычаг застрял, его шестерни нужно смазать. Где его шестерни? Что у нас осталось? Масло осталось, два огнива, молоток, штука. Молоток смазать? Опья 4. Опья, опья. Ну, как будто бы только сюда. Вообще на масло похоже, да? Да ладно. Просто какая-то черная жидкость на воду не похожа была с маслом. И зачем? Что меняется-то? Это кто? Тут что-то меняется. Водичка. Водички есть кто? Слишком глубоко. Ага. Решили поволом. Но нету. Так. Ну, нам засчитало, да? Все просто... А. Вот что? Ну ладно. Странно. Там была головоломка. Иди наверх-вниз просто дергал. Надо этот? Это управление. Терна. Открыто. Он подождал, пока его глаза не привыкли к темноте, но ничего не увидел. Святая святых Александр занимался тем, что исследовал шары и пытался извлечь их силу. Однако он до сих пор об этом не знал. А, он знает про эти шарики, да? То есть у него там они в каком-то количестве присутствуют. Центр управления. Тоже мог зайти. Александр знал, что им нужно как можно быстрее завершить ритуал. Ясно было одно. Он должен научить тебе друга собирать жизненную силу. И кто такая это ваша жизненная сила? Сюда тоже можно зайти. Голубой свет ослепил его, как и тогда в Алжире. Как и раньше, он зачаровывал, манил к себе. Он попытался подойти к свету, но его удерживала сильная рука барона. Что-то записали.
Так, почините машину, управляющую восточным мостом. Прежде чем выйти, войти в канализацию, ее нужно осушить. И починить машину сначала надо. Мне, кстати, порядок даже пишут. Что-то читерство какое-то, да, то, что порядок. Пишется. Короче, нам надо туда. Мы можем пока что сходить сюда и сюда. Туда пойдем сначала. Это можно еще раз дернуть? Подняться там, хотя куда я подниматься собираюсь? А зачем вообще эти штуки? Зачем, кстати, они есть, чтобы подниматься, опускаться? Я не понимаю, кстати, в чем их логика. Зачем они здесь нужны? Не, ну пойдем по центру, посмотрим, что у нас сначала. По стенах хлынуло что-то в красное, словно они вдруг стали кровоточить. Все вокруг залило синее сияние, он как-то там вскрикнул. Стуканы, что ли? Не забудьте сумку. Да не. Уже было. Не забуду, Герберт. Про зонтик опять? Вроде бы пустяк. Зонтик от солнца. О, они реально повторяют. Выглядит по-идиотски. Лучше быть смешным, чем мертвым. Уверяю вас. Блин, озвучка мне перевод озвучки больше нравится, чем перевод этого. Там было лучше быть живым, чем мертвым, а там просто смерть, точнее, стыд не так страшна, как смерть. Дверка. Может опять карту рисовать? Мне понравилась карта, но с другой стороны, здесь нету такого-то, что... здесь можно заблудиться. Здесь просто много дверей. В такие двери, конечно, заходить. Но сможем ли мы оттуда выйти? Это сначала зайдем в двери, которые мы можем спокойно полутвить. Блин, слушайте, я хочу карты рисовать. Мне просто понравилось рисовать карты. Мне не нравится играть в игру, но мне нравится карты рисовать. Огниво. Знаете, лучше бы не подбирать огниво, да? Может быть, мы найдем еще огнево третьего уровня. Где она синеньким светится? И мне показалось. Странная труба. Нам трубу надо собрать какую-то будет. Или в каком-то ради огневой трубы, что ли? Не понимаю пока. Тут еще весь есть. Крутится. Сторон. И ладно, пока непонятно. Еще такая труба, еще такие же деньги. Все застряло. Две трубы зато есть. Соединить получится. Погнали эту дверь смотреть. Она же закрывается обратно, да? Ха! Переигран. Пай дверь. Проиграл какому-то стулу. Так, слева, справа, опять по центру, куча прохода, да? Пойдемте боковые сначала поставим. Блин, без монстров и без темноты игра играется приятнее.
почему-то внезапно. Рычажки. Ни одной секретки под лестницей, серьезно. Вот и деревянная ручка. Ага. Деревянная ручка. Делаем. Справа налево второй, третий. Что я нажал? Мы засунули эту штуку до конца. Не знаю, правда, зачем. Вроде не требовалось. Что трубы зашумели, да? Может, отключим? Ну его нахер. Включайся. Все застряло. Скажите, Герберт, как вы узнали про это место? Старый друг Ваульвири дал мне карту. Почему он не пошел вместе с нами? Он хотел пойти, Даниэль, но мы не всегда получаем то, что хотим. Отставил друг, да? Может, карта тоже проклятие? Ладно, пускай работает. Даниэль, это ты? Это я. Что я делаю? Стоп, это не флешбэк был? Блин, такая штука, а зачем? Ладно, пока непонятно, пофиг, не будем даже смотреть. Трубы здесь тоже имеются. А, здесь записочка. Машина. Опачки, туториал. 1799 год, 13 января. А усилия, которые я вложил в изобретение этой машины, не имеют себе равных. Мысль о том, что с момента первых попыток воссоздать ее сменилось несколько поколений, заставляет меня опустить руки. Несовершенство этого мира делает мою работу невероятно сложной. Я вынужден делать машину почти в 100 раз больше рубкого устройства, которое она должна имитировать. Я уж не говорю о том, что прирученную молнию грубо заменил пара, двигающийся под давлением, по трубам и турбинам. Мне стыдно думать о том, чтобы сказал изобретатель о моем чудовище. Там, где он работает с увеличительным стеклом, аккуратно подгоняя детали, я заставляю пятерых людей возвести башню из кованого железа, в надежде на то, что в ней будет крошечная частица силы, заключенной в медальоне странника. В общем, делать какую-то пародию на другую штуку, да? Интересно, какую? Не ясно. То же самое. Непонятно. Это выход? И что тут? Странная комната. Типа запомнить надо, они находятся или что? Мы, по-моему, такие же находили трубы. Ага. Сколько надо? Раз, два, три, четыре. Нихера, короче. Пойдемте искать.
эти две наши тачки, которые уже нашли. А, тут тоже есть рычаг. Ага. Пофигу. Мы лучше сделали. Прикиньте, если она застрянет на вот этой трубе какой-нибудь, да? Так, ее, если, например, развернуть. Она здесь так и останется висеть. Было бы обидно. Так, а размер имеет значение? Или размер не главное? Так, а симметричность какая? Такая же? Она сама встает на свои места. Нам просто надо принести нужное число. И они сами встают на свои места. Так даже не интересно. По-моему, где-то лежала, видел. Нет, показалось. А, это, наверное, справа было. Или так еще больше нет, но мне не хватает. Где еще брать? Что ты не хочешь? Короче, она вот здесь должна вот так стоять, да? Или что? А здесь вообще нет дыры. Тут раз, два, три, четыре, пять, шесть дырок. А у меня тут там две дырки больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь еще. Видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь вот нет дырок. Здесь шесть дырок меньше, это другие трубы. Хотя не факт, что так же должны стоять, да? Возможно, это вот эта штука, да? Мне нужно еще раз и еще два. Но здесь дырки. Не должно быть. Две искать. Где это все внутри этой локации должно быть, потому что из другой локации мы ничего притащить не можем. Может, что-то было. Если мы вот, вот здесь у нас уже, да, выход из локации, то есть у нас головоломка должна решаться внутри этой локации, потому что из другой локации мы предметы перетаскивать не можем, только через инвентарь. В инвентарь мы эти трубы не кладем себе. Закинуть стул на люстру, чтобы он там застрял. Чисто в теории, наверное, да. Надо долго траить. По баскетбол. Здесь не было больше тут. Я оценить. Может, мы оценить что-то можем?
вряд ли, да. А что тут прикрылись? Чего мы крутим? Эти штуки поднимаем. Интересно, зачем? Крутится, кстати. Знаю почему. Здесь тоже эти грузики есть, да? А эти, кажется, застряли. То есть там они были не сломаны, они там рабочие были. Смотрите, получается, это здесь, это там. Так, это пониже надо. Так вот. Ничего не понимаю, что я тут делаю. Короче, мы под ним, да, можем прийти. Это прям ультра низко, да? Под ним пройти нельзя, и мы смотрим примерно на его верхушку. Вот это высоковато. Так вот это не заходит. Ниже. Так, примерно, да. Так, а вот это чуть тоже ниже, да? Вроде оно. Считается. Здесь. А зачем, чего, кого, что мы, чем мы занимаемся, тут вообще непонятно. Измерительные ящики. Опять крутиться. Короче, два больших и один маленький не влазит. А... Чего надо, вообще не понимаю. Они все в одинаковых позициях. А, блин, скинь. Можно что-то попроще? Два больших. Маленький не влазит. У меня здесь маленький влазит, то есть надо ниже. Какая-то левая. Что, тоже ровник поставить? Так он слишком высоко, то есть его надо опустить еще ниже. Вот, например, вот так. Аккуратно. Слишком низко. Так вот. На ящике этот не влазит. Ну, блин, оно, да, и... Хоть вопрос, а что мне тут вообще делать надо? Я как бы просто херней страдаю, по факту. Есть большой ящичек. Пусть маленький, да? Влазит? Чуть-чуть не влазит.
Я помню маленькие ящики разного размера. Здесь оно. Да, и маленький не влазит. На правильной высоте. Так, и этот супер-гипер высоко. Два ящичка больших. И мы смотрим почти на его дно. Раз большой. Два большой. Ага, уже вижу, что высоковат. Нужно много ниже. Такой средний, он, да? Решили. Но я его не докрутил. Высоковат. Видим тут это. Неважно. Точность не сильно настолько важна. Что мы сделали? Я не знаю. А у нас второй синенькой загорелся, не помню. Реально работает или что? Я не понимаю. Может, надо было реально здесь рычаги повторить? Типа здесь два рычага подняты, по бокам опущены. Труба по-прежнему не подходит сюда. Трубы дайте. Труб-то нам до сих пор не дали. Мы сюда их притащить можем вообще или что? Ну, мы как бы запустили. А что мы запустили-то хоть? Как понять? Ну, симметрично мы сделали. Чё? Значит, нас чел понимает, прежде чем войти в канализацию, её нужно сушить. Мы включили вторые ворота, то, что работает. Мы теперь можем пустить вторую штуку. А трубы зачем? Мы же трубы не дочинили явно. Да, хочется стопать. Единственный метод, который он цепляется, да. Я понял. Еще одна где-то есть. Еще одна маленькая где-то не хватает. Будем искать еще одну маленькую. Что отсюда забрать может? Да.
знаете, что самое смешное? Отсюда вытащить нельзя. И вот это теперь отсюда вытащить нельзя. А здесь по-прежнему не хватает.